О других темах поговорим. Киев отказался принять нового посла России. Этот вопрос снят с повестки дня, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее мнению, отсутствие на Украине российского посла никак не повлияет на развитие отношений между нашими странами. Она также заявила, что роль предыдущего посла Михаила Зурабова в формировании таких отношений была минимальной. Зеркаль напомнила, что украинский посол уже давно отозван из России. Москва 29 июля запросила у Киева предварительное согласие, так называемый агреман, на назначение новым послом Михаила Бабича. До этого он был полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. Уволенный Михаил Зурабов занимал пост посла на Украине с 2009 года.